Премьера трека 8 марта Иван. Премьера трека 8 марта Иван Зола? Ты чё, блядь, тупая? Мне нравится, как этот чел просто все обложки своих треков прогоняет через виртуальную сеть. Ой, ну через социальную сеть. Да, блядь, через нейронную сеть. Через AI. Чей краш? 8 марта, прекрасный праздник. И в этот день надо с подарком поздравить. И в этот день улыбки, фотографии. 8 марта, прекрасный праздник. И в этот день надо с подарком поздравить. И в этот день улыбки, фотографии. Никакой бессмыслицы, любимые подписчицы. Я как джентльмен, а вы мне очень близкие. Утро поздравления, завтрак на кровати. Счастье будет столько, что никто не сможет встать. Никто не сможет. Сердечки, поцелуи я вам передаю. Миледи, с 8 марта я вас очень... А почему вы пишете W? Вы ебанулись? Люблю, чтобы я без вас в этой жизни делал поздравления, и сейчас, пацаны, докажем делом. Дорогие девушки и женщины, я поздравляю вас с 8 марта. Счастья, здоровья, а главное, благополучия. Я клянусь, я чмо, если это было не так. Не пишите после этого, я знаю, что вы напишете. Я думаю, он сидел просто вот в этот, записывал микрофон. Твою мать. И он же думал, блядь. Он же думал, я Тони Старк из «Войны бесконечности», когда это говорил. Бля, он же вот так просто, весь мир у него под хуем, бля, под яйцами, под потными его. Просто и послушайте. Дорогие девушки и женщины, я поздравляю вас с 8 марта. Счастья, здоровья, а главное, благополучия. 8 марта, прекрасный праздник. В этот день надо с подарком поздравить. И в этот день улыбки, фотографии. 8 марта, прекрасный праздник. Чё за хуйня? Долбоёб это Иван Зола, сука. Ванёк, я за тебя впрягусь, не очкую, если чё. Бля, ребята, если у меня когда-нибудь будет выбор, типа, за кого мне впрячься, прикиньте, Денис и Иван Зола сцепятся. Мне за кого впрягаться? Кому пизды надо давать? Ладно, хватит представлять хуйню всякую. Ну что, идиоты? Ладно, извините, грубо было. Я знаю, что вы не идиоты. Я знаю, что у меня средняя IQ людей в чате. Ну сколько, если не соврать? От 100? Я думаю, тоже от 100. Не, 1000, чувак, 1000. 1000 такого нет IQ. Я наушники сломал. А, нет, у меня левое ухо хуже слышит, чем правое. Ну ладно. Улыбки, фотографии. Слава Господу, этот трек есть вообще, существует. Это очень замечательно. Я, в принципе, рад, что я могу это слушать. Спасибо, что, блин, у меня получается жить в это время на планете. Типа, с такими людьми. Ахах, навалил кринжа. А, ты идиот. Ты просто идиот, который не понимает, что творчество у всех свое. Сделай так же, а потом пиши. Сын тухлый. Ладно, блять. Понял. Немножко не туда пошло. За грубость извиняюсь.